Александр Белявский в ТЦСОН Ленинского района в этот раз пришел по приглашению. В свои 46 он испытывает некоторые проблемы. На жизнь мужчина зарабатывает как может. В основном участвует в сезонных работах. Недавно с полей убирал картофель, капусту и морковь. Сейчас пришло время приодеться к холодам, но денег не хватает. В этом помогают неравнодушные. Ну вот, куртку дали, сапоги. Ну что, в парке там убирали. Конечно, спасибо, что помогают. Так как я все один, у меня никого. Если работаю, в принципе, проблемы сейчас. Утепленные спецодеждой для нуждающихся пожертвовала Ликпромразвитие. А зеркала с надписью «Ты можешь измениться» специально изготовил «Алмаз Люкс». В знак благодарности за нужные подарки люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогли с уборкой листьев в парке культуры и отдыха. Это, отмечают организаторы, стало своего рода трудотерапией. В нашем проекте участвует около 25 граждан без определенного места жительства, которые приходят, получают горячее питание 4 раза в неделю. Идея кормить голодных, кстати, совместная с социальным центром Бобруйской епархии. Все это в рамках проекта «Рука помощи». Каждый будний день, кроме среды, на базе территориального центра утоляют голод около 15 человек. При этом поддержка бездомных не заканчивается одними только обедами. Здесь помогают восстанавливать документы и устраиваться на работу. Весь акцент на то, чтобы показать человеку, он может измениться. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.